Доброе утро, Югра! Сегодня мы поговорим о современных любовных романах. Вы знали, что главная проблема любителей такого жанра – это вопрос выбора, ведь книг так много. Не переживайте, дорогие фанаты сентиментальной прозы, мы вас спасем. Представляем вашему вниманию замечательную врачебную сагу Марии Вороновой «Станция Звездная». Романы о врачах всегда пользовались популярностью в библиотеке. Всем нравятся строгие, но мужественные доктора в белых халатах, которые спасают жизни своим пациентам и временами крутят романы. Но давайте о сюжете поподробнее. После командировки в Афганистан молодой хирург поступает в аспирантуру. Все свои силы он сразу же отдает работе. Автор с первых же строк говорит, что у него в жизни одна любовь, одна страсть, и зовут ее хирургия. И все же молодость берет свое, и он влюбляется в Соню, дочь своего профессора, и переживает, что если женится, то придется провести всю жизнь в тени знаменитого тестя. Но все оказывается еще сложнее. «Станция Звездная» – одна из цикла книг Марии Вороновой о врачах, в которой на сегодняшний день насчитывается более 15 произведений. Эта книга покоряет читателя своей правдоподобностью и реалистичностью. Интересный и увлекательный сюжет. Прекрасная манера повествования, красивая история любви, жизненные ситуации и психологический подтекст. Все это про книгу «Станция Звездная». Ищите ее и другие произведения Марии Вороновой на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!